А кто это делал пирожки? Колина бабушка, по-моему. Коля приготовила кучу пирожков, которые я не ем. Потому что у меня тоже бабушка. Потому что вчера был выпускной. И стою на трамвайном пути. О, я Анна Каренина. Я бы сейчас с удовольствием куда-нибудь. Фестиваль Роутона. Сидят Роутон. А у нас все картошка. А время? Да? Время Роутона. Это только начало. А давайте за Ириной Ивановной. Ирина Ивановна, идите сюда. Черт. Все вместе, идите сюда. А, я уже когда-то дырочку смотрела. А, я дырочку смотрела. Ты, ну, ходи за линию. За линию не выходи. И ты куда прошел? Какая? За линию не выходи. Можно, чтобы выйти. Выйди, выйди. Холодно. Что это? Никто не тебе объяснит. Вот, телефон ты помог. Это в глине. Кроссворды. Блин, Алена, это... Мы уже 3+, а я уже умная, я 2 слова разгадала. У меня супер такса. Ё-моё, она тоже там много. А чего с одной тоже? Короче, мы там походим на этом же поезде, мы поедем обратно. На этом? Какая версия у нас? Привет! Мы приехали покушать в Суаре. Финал сезона. Холодно. Здесь тепло, не верьте. Она врет. We'll be right back.
протягиваете руки, как будто вы хотите Перепетрия по-другому происходило. Эти струйки были 2 метра в высоту. И они работали во внешнюю сторону. Я понял, я сапора здесь растянул. Давай! Там идти. Пройти надо, пошли. Только оставь вещи здесь. Идите, посмотрите на наших девочек. Давай сядем. Уходи! Ну это были бы не мы, если бы туда не залезли. Да, она вообще выступали практически, еще хотела скушать. Сначала хотела помыться, поэтому мы ждали душ до половины четвертого. Да ладно, мы помылись, а водичка была не самая горячая, но была нормальная. Хотя бы не Потом мы хотели покушать, а кипятка не было. А меня никто не послушал, не пошел вниз. Оказывается, чайничек был внизу. Ладно. Сегодня ночью мы были. Чайничка не было внизу. Когда я убрал, мы еще спали. Они только... Нет. Что такое? Как ваши дела? Как вы спали? Ну, мало. Вообще? Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Сырья. Покупайте сырья. Опять не хватает сырья. Сырья. Нет сырья. Нет сырья. Ладно. Зато есть картина. Это было предисловие. А сейчас мы скажем, что мы находимся в самом центре русской культуры. Мы находимся возле музея Эрмитаж. Правильно? Больше Зимний дворец. Екатерина II. Или не Екатерина II. Черт. Нет, не Екатерина II. Пошли, почитай. Кто это? Блин, он давай не понимать. Так вот. Одна правда. Мы хотим сказать, что
Я уже, по-моему, не в Питере нахожу. Лыкова строили. Там, за Зимним дворцом. Просто Зимний дворец приехал. Немножко. Вот. А, были сейчас в Казанской, в Казанском соборе, в центре города. Наверное, в центре. Кстати, мне интересно, а где тут Красная площадь? В Москве все понятно. Так вот. А теперь главная тема дня. Нет сырья. Спать охота. Мы уже поняли. Мало спали. Купались ночью. Воды не было. Воды не было. В сухую купались. I said, are you gonna be my girl? Первый раз на метро. Я нет. Ну я. Метро мы хотим очень спать. Мы очень устали. Очень вечно, мне хочется спать. Парадная Нева и река Фонтанка. Вам предоставляется комфортабельный катер. Открытая, а также закрытая палуба. И тут я забываюсь. А сама забыла. Сейчас в скверу 12 часов будет бить пушка. Ждем.
такая, да, я есть хочу. Скоро домой, я хочу кушать. Чтобы тебе было кушать. У нас денег не хватит. Мишки, которые находились на бастионах, не могли действительно... Брызгал я рукой там. А я нахожусь с ним. Погладил мне, осушил. Мы ехали на яхте, там было так хорошо, с этим солнышко, я немножко проснула. Очень хочется спать. Или сейчас меня сфотографируют, и я тебе обязательно скажу. Мы сейчас в крепости, где мороз. Вот. А у нас скоро еще обед. А мы сейчас катались на катере. Было все очень круто. Понравилось? Да. Я тут устал. Она взяла и как назло прилила в этот момент. Я мне ноги все прилила. Пойду помочусь. Блин, они тут не помогают. Пожалуйста, не пускай. Что она хочет, вот так сказать? Ничего подобного. Хорошо, мы будем дома через 7 часов 40 минут. А, мы вышли подышать свежим воздухом, иначе задохнулись. Ну, много вообще задолбали. Потом вообще ели на мне там. Ели на мне вообще нормально. Мы не ели. Выпили, я говорю, сука, очень. Хотя попутчивать, потом я уснул. Слушай, Лёха. Нам не дают танцевать. Никто! Вообще! Время, смотри, она поправляет прическу. Смотрите, это Свет, если что. Дайте Лёва подходит, брось. Это не храброе сердце, а Свет. Анна. А где Женя? Людмила. Бедная, несла сегодня Алёнины сумки. Я тоже несла. Кидала в них. Я тоже несла, и портфель, да, нет. Алёна рядом, блин. Алёна чуть не подставила, мы чуть не остались в Питере. Очень хорошо сидим. Опять она влезет? Ты же можешь, Илья Дмитриевич. Сколько можно облизываться? Людмила. Оденься. Сухари падают, не могу. Евгения. Да одета я. Евгения. Я тоже. Анна. Анна. Короче, актриса крутая очень. Вот, она круче Ксении Собчак в миллиард раз. Спасибо. И то хорошо. Хоть как-то. Сейчас нет. Она, короче, она крутая очень тоже. И бешалка. Про Колю скажи. А Коля постригся. Неделю назад. Это понятно, что не слышала. Я не буду сейчас показывать. ФСБшник. И она учительница начальных классов с модельной внешностью. Делюкина Мария. Здрасте. Она футболистка. И, наконец, бутылочка.
я... Господи. Какой-то поезд не чувствую. Я контролю. Почему ты не снимала?